Раз, два, три, четыре. Все, раскорачиваем будет. Раз, два, прием. Проверка связи. Маякните нам, есть там нас. Да, заходим в Zoom или пишем вопрос так. 4 часа назад был на связи в Фейсбуке, то есть где-то укатил. Ну, я Очень назову. за тему. Всем привет. Сегодня та все то же самое, PPC, ничего. Сегодня PPC у нас будет. PPC Tools, причем, ну, такой недолгий вебинар, Ты это видео транслировать будешь, что-нибудь показывать? Да, я буду транслировать. Я Я тебя думаю. подключил, так что попробуй. Серж Понял, скрин сейчас. экрана. Check, старт. Не то видео. Старт, share screen. Share screen. Ну, послушайте. Там в Фейсбуке звук-то есть? Нет, что-то все молчат. Раз, два. Ну, нас всего трое здесь. О, Серега тоже на PPC переехал? На этот тул? В процессе. Просто очень много кнопочек. Это шаттл, знаешь, управлял этого Жигулем. Причем хорошо управлял, ездит же машина, и много ездит, хорошо тягает за собой там прицеп груженный. А тут побольше кнопочек, потому пока еще разбираюсь. А что про автопилот скажешь? Я скажу, что это интересная тема для тех, кто... Давай, слышишь, задай вопрос этот, когда будем уже писать. 5 сек. Окей. Ждем пока. Ну, хотя бы, не знаю, там 15 человек, чтобы было, потому что 15 это вообще ни о чем. Скажем так. Да, все равно потом большинство в записи пересматривают. Да, это точно. Да не, ну сейчас подождем, как обычно, 10 минут ждем. Я запись включу. Я до этого, ну, сегодня 3 часа, 3,5 даже встреча была. Делал аналитику одного там большого аккаунта. Конечно, ну, PPC это очень такая большая, очень объемная тема, занимает очень много времени. И, конечно, когда ты не знаешь, что с этим делать, то очень трудно себе представить, ну, куда двигаться, в Ну каком как-то направлении. аккаунт они большой, это сделали все-таки, понимаешь? Куча, ну, других способов, опять-таки, то есть тут та же твоя речь, известная, что я пробовал все, вот пришло время попробовать PPC. То есть при этом PPC там в убытке много тысяч долларов, да, но в общем люди зарабатывают, слава богу. Но вот сейчас вот стала цель и появился вопрос, а можно ли уменьшить расходы на рекламу. То есть при всех тех же продажах просто меньше продавать. Там, предположим, минус 10 тысяч долларов на рекламу уходит. Ну, в принципе, так без проблем мы посмотрели один только товар, потому что вот мы 3 часа анализировали один только товар, потому что там кликов, ну, тьма тьмущая, и, ну, за 2 месяца 4 тысячи долларов негативов можно там набрать. При этом негативов, их тяжело назвать негативами. У одного Search Term может быть и 2, и 5 тысяч, ой, у одного товара может быть 2, 5 тысяч Search Term. И при этом они будут, ну, не то, что все релевантные, да, но там 80% будет релевантных. Но статистика показывает, что они не продают. Как бы там плохой CTR, могут быть клики без продаж, ну, то есть, соответственно, расходы. И вот по таким вот косвенным признакам я устраиваю порой мегабаны, когда много данных. Но это, наверное, мы сейчас расскажем. Всем, кто к нам придет. А никто даже не отписался в Фейсбуке, да? А, нас 5 человек смотрит. Звук есть, да. Точнее, Да что-то звук. такое ощущение, в общем целом, вкладывает, что народ так это подугас. Угас, однозначно. Во-первых, про PPC уже сказано, пересказано немерено всего. Я бы даже больше, наверное, я бы крейпост выложил в группе,
про приложение, про его использование, чем лайвом. Лайвом исключительно для, не знаю, может быть, более широкого охвата, тут то не факт. И в лайве можно задать вопросы и прямо получить ответ на него. Ну, народу не надо, видимо. Ну, если нет, тогда мы сейчас, не знаю, я коротко три фразы скажу и на этом закончим. Потому что трех фраз будет достаточно. Мы уже в записи, кстати, или нет еще? Нет еще. Да я что-то смотрю, вообще народу никого нет. Пять человек. Ну и ладно, тогда я предлагаю сделать пост. Я просто широко напишу. Я напишу стратегии некоторые, я пишу, ну то есть пост будет очень длинный, скажем так, простынка, с мотивацией. Да. На двое суток закрепить. Ну да, если народу неохота. Я сам говорю, я в последнее время лайвы это самое, все меньше и меньше, просто я не понимаю, зачем их проводить, если их никто не смотрит. Да, ну нету смысла. А разговор о том, что я смотрю в записи, интересно, как в записи, то есть смотреть, если рассказ это основа именно ответа на вопрос. Так и мотивация есть... другая. Вот я постигну, как я не знаю, как у других людей, лично у меня, если я смотрю запись, у меня совершенно другая мотивация дослушать до конца и вникать в каждое слово. Не, мотивация мотивация. Там все понятно, что в записи это круто, я не спорю, но когда уже вообще никто не ходит, то есть кому вопрос отвечать? То есть зачем? Мне зачем это надо, я моя, да, то есть в принципе. Да, тут вопрос, мне гораздо проще видео записывать, там, в какой-то тематике дома, там, сел в любое время, свободно есть, убил, а зачем мне вечер там, а то там, да, убивать на это непонятно зачем. Вопросов уже нет, я же не могу ответить на вопрос, которых нет. А если нет интересных вопросов, нет интересных ответов, уже не интересен сам формат. Ну, ты говоришь, еще пару минут подождем, да, ну и... А что этот, кстати, трекинг-то, он перекрыл Амзван, вот этот, который в Тулсе? А в Тулсе еще в процессе, тут доработок немерено, доработок сейчас идет, то есть я думаю, перекроет. То есть Дима очень профессионально подходит к этому вопросу, поэтому можно ждать в результате. Ну, может, пройдет какое-то время, потому что вот PPC Tools, я узнал о нем, скажем, в ноябре где-то, плюс-минус. Сейчас уже у нас апрель, и было сделано, ну, колоссальное количество изменений, но думалось, что это будет там, ой, сейчас за две недели, за месяц, за два допилим. Ну, нифига, изменений и багов в таких мощных приложениях очень много. И я постоянно их нахожу. Вот я там сейчас полчаса подготовился, посмотрел, о чем рассказывать, и нашел два бага. И сразу же, конечно же, о них написал там разработчику. Но со временем это будет мощнейшее приложение. По крайней мере, круче я не видел. Всякие CashGo Pro и все остальное. PCSGO подстает уже. Уже давно отстает. Я с ними не общался. Ну, точнее, я так периодически общаюсь. Но с января месяца они мне не сделали абсолютно ничего, что я просил. Я просил очень много чего. Ну, я параллельно и не забывал про Tools, просто я не пользуюсь. Мне достаточно пока там Жигулей было. Но поскольку у меня сейчас становится уже 800 компаний где-то, даже больше, 840, наверное, то некоторые компании я не успеваю даже в течение одного месяца календарного отмониторить и посмотреть, почему они ничего не продают, например, почему там мало каких-то, мало указов. В этом случае, вот сейчас будет ответ на вопрос по автомату, по автопилоту, в этом случае я однозначно включу автопилот. Я не стесняюсь тратить деньги на рекламу, поэтому автопилоту просто будут заданы параметры, скажем, получить АКОС даже 60%, да, это в убыток, у меня нормальный АКОС это 25, где-то плюс-минус 0, но даже пускай будет 60%, но чтобы этот АКОС не выскакивал 60%, пускай PPC Tools поищет мне в течение месяца, двух, трех нужный бит и даст мне статистику. Я уже посмотрю, скажем, за бит $2 у меня будет в месяц там 100 продаж по рекламе, но при этом АКОС будет 60%. Но по графику в кейвордах у нас есть графики, и тоже билет, очень много данных будет накладываться друг на друга, сейчас оно отстроится, можно будет на графике наложить ставку, соответственно, продажи и, соответственно, АКОЗы, то есть можно будет
просто визуальным анализом понять, что при ставке доллар, а не 2 доллара, да, у меня будет меньше там 2 раза продаж, но при этом у меня будет нормальный уровень окоза. Единственное, что это нужно привыкнуть к тому, что аккаунты, любая информация, что здесь, что в скопе, кто пользуется, кто нет, грузит там некоторое время. А сегодня, возможно, она еще грузится по каким-то техническим причинам долго. Я пробовал в часть разработчиков зайти через 3 восьмерки, и там некоторые глюки сейчас наблюдаются. У нас, ну, данные какие-то есть, давайте глянем, что у нас есть там. 63 клика, да, и 2. Демонстрацию 2 показываешь? Что-что? Ты демонстрацию показываешь? Да, да, у меня в этом. Я потому что ничего не вижу. Шерскрин включи. Так у меня шерскрин включен. Все видно, все работает. Да, это мне обновить надо, что ли? Ну, не знаю, я экран вижу, Серега. Да, но в Фейсбуке я себя не вижу, например. Я давно уже экран демонстрирую, но в Фейсбуке его нет. Там висит «Choose your email service». По крайней мере, я так вижу. Ну, да. Сейчас. Я звук включу. Сейчас, я подожду. Да, я Facebook включил, там что-то заставка висит какая-то. Mm-hmm. Причем, Денис, твоя заставка. Да. В Zoom все норм. Zoom я вижу. Сейчас я попробую программу, посмотрю, в чем проблема. Уберу. А вы, кстати, на денисовском аккаунте до чего довели? Результат-то какой, есть или нет? Я перестал вести его там, давно, короче, еще в декабре прошлого года. EMS ты можешь? Я сам взял под управление аккаунт, поэтому... Что, вот сейчас говорить. Я включил. Давай посмотрим. Я сейчас вижу... вот она есть. Есть трансляция. Странно, 9 человек смотрит, но никто не написал. Ребята, покажите картинку. Так, что у нас здесь? У нас ревеню $33 и больше всего импрешенов. Но импрешены я буду рекомендовать со временем. Это точнее уже порекомендовал, уже должны буду сделать. Поскольку шкала импрешенов огромная, колоссальная, и против продаж она плохо смотрится, маленькие графики, то импрешены будут вынесены на отдельную шкалу. Это нужно сделать, потом их просто выключу. Так или иначе, было видно, что импрешены там вот скачут. А скачут они где? Там, где у нас высокий окос, там, где у нас высокий адспенд, ну, плюс-минус, да, может, еще раз включу. Вот он. Ну, правда, задержка какой-то. Тут 1000 импрешенов, 1000 импрешенов и так далее. Выключим импрешены, посмотрим, что еще есть у этого аккаунта. Но количество показов не гарантирует нам продажи, однозначно. Это просто низкий CTR. Все. Собственно, я вопрос по автопилоту, а забрался сюда. И людей, но все равно мало. Ладно, для тех, кто слушает, я просто напомню, хочу, мы сегодня без записи, поэтому кто послушал, молодец. Нет, а там запись в Фейсбуке останется, мы просто на YouTube выкладывать не будем. Да. То есть Фейсбук автоматом пишет. Не нужно. Я продолжаю там по чуть-чуть консультировать и даже пару аккаунтов крупных вести по рекламе. И хочу очень вам сильно напомнить, что подключая приложение в виде VPC Tools, вы начинаете собирать статистику, которая хранится здесь очень, ну, она хранится в принципе вечно. Вы всегда можете обратиться к данным за предыдущий период. И чем больше людей получают, неважно, там, чью консультацию по рекламе, и узнают, что, ой, елки, оказывается, предыдущий отчет, по, ну, все же терм-репорт, за декабрь, например, декабрь, январь-февраль, можно склеить с вашим отчетом там, март-апрель и получить в 2 раза больше данных. На основании этих данных, которые мы, в общем, видим здесь, в виде прорезетов, так называемых, или выбрав какой-то большой период, скажем, полгода для небольших аккаунтов, вы сможете определить, что ваш продающий, да, там, search term, letterman, сейчас, в периоде с 7 марта по 6 апреля, это хорошее слово, да, вот оно там принесло 6 продаж с окозом 25%.
Но если взять, например, годовой период, здесь может быть статистика как в хорошую сторону, так и в плохую сторону. Вы сейчас видите конкретный период за один месяц. Это мало данных. Точно так же у вас будет информация о ваших негативных словах. Ну, например, кошка. Да? Мы сейчас рассматриваем аккаунт с карматами. Это тестовый Demon аккаунт. Например, keyword cat тянет за собой огромное количество серж-термов. То есть cat-mat, cat, там, котячья миска, котячья ложечка, котячий шарик, котячий поводок и так далее. То есть запускать даже сам по себе keyword для генерации серж-термов cat было не совсем даже грамотно, скажем так. Либо его нужно было запускать с маленьким CPC, для того, чтобы просто для всех, кто забивает, не знаю, там, котячий поводок, может увидеть случайно там еще и подстилку для котов и купить. То есть это работа с не совсем целевой аудиторией. Да, это аудитория целевая тем, кто ищет что-то для котов, но они ищут явно не кота как такового, они ищут какой-то товар. Соответственно, было нереально много показов с низким CTR-ом. И данный search term или данный keyword нужно как минимум поставить на паузу, правильно сделали. Но когда вы зайдете в search terms, давайте мы пойдем, посмотрим. Я бы посмотрел сейчас, что этот cat насобирал за выбранный нами период, какие search terms были. Вы увидите список, не знаю какого размера, посмотрим, с большим количеством search termов. Например, CAT может собрать, навскидку, 7-8 тысяч серж-термов разных. И по каждому серж-терму будет расход. То есть какие-то будут продающие, но остальные все будут не ваши, нерелевантны. В этом случае очень правильно будет пользоваться данным приложением, потому что прямо отсюда, например, это Extra Large. Большой, это слишком очень большой коврик для котов, да, он небольшой, как бы тот, который в этом аккаунте, он маленький, даже бы назвал, там small litter mat, а extra large litter mat у нас съел $4. И если бы вы вели статистику, скажем, с января 2017 года до сейчас, то выбрав большой период, опять-таки с января 2017 года, вы бы могли заметить, что extra large car litter mat может быть, имеет какую-то продажу, там, 1, 2, 3, 5, но статистика его будет, там, например, минус $200 за год. Зачем тратить $200 за год на тот серж-терм, который не продается, который не продает вам товар? В этом случае все серж-термы подобного рода стоит отправлять в негативы через отбор данных серж-термов и кнопочку «Send to negative». Сейчас мы найдем. Я еще сам привыкаю к этому всему. Add selected search terms to negative. Нажимая на эту кнопку, вы автоматически, минуя там всякой корзины, ее допилят чуть попозже, отправляете search термы на Amazon. После чего появляется вот такое вот значение, что данный search term находится в campaign, то есть C-campaign, exact. Есть подсказочка вот в этом месте. В принципе, по негативам работы очень много. Лично для меня, как я уже сказал, там 800 компаний веду на нашем основном аккаунте. Работа с негативами – это 90% времени. Оставшиеся 10% времени по рекламе – это работа со ставками. Негатив для того, чтобы отправить его на Amazon, проходит сначала там тройной этап модерации, точнее анализа. Это last month, если это начало месяца, например, там, как сейчас. Это анализ last month. Это анализ year-to-date, поскольку у нас уже все-таки 3 месяца прошло, 4 даже идет. И потом lifetime. Если по lifetime keyword или search term у нас не приносит нам удовлетворительный результат, то есть высокий ACOS, фатально высокий, который вас не устраивает, это не целевая аудитория, или просто нету продаж по нему, то этот search term стоит отправить в негатив. Со временем
когда вы научитесь работать с этим приложением, оно непростое. Как и любое другое, я не готов сказать, что им пользоваться просто, но если вы начнете им пользоваться, вы со временем поймете, насколько удобно это приложение. Поначалу занимает много времени. Даже я сейчас, ну, реально теряюсь, куда нажать, что нажать. Мне привычнее PPC-скоп, но он теряет свою актуальность с каждым месяцем. Там нету и не предвидится никаких автопилотов, там нету графиков по изменениям, ну, вот этих ставок, импрессионов и так далее. И там нету одной очень интересной фишки, которую сейчас, ну, прямо сейчас пилят, она находится в разработке, ну, на трех восьмерках, не могу показать, потому что сегодня три восьмерки не работают. Это графики зависимости, независимости, а сейчас я остановлю на секунду экран, я их открою и покажу. Эту фишку я попросил сделать некоторое время назад, но на данный момент я еще не нашел реализацию. Не знаю, это русскоговорящие разработчики или нет, пускай они меня простят, но я покажу их. Это Seller Legend приложение. Так, share screen. Просто для вас как пример. Share screen. Это собранные продажи по товару. Кстати, это живой аккаунт, один из которых я веду. Это, ну, не маленький аккаунт, я бы так сказал. За 180 дней идет суммирование всех заказов по часам и по дням недели. То есть из этого графика мы видим, что наша реклама, ваша реклама, моя реклама, все, кто занимается рекламой, работает 24 часа в сутки. Но есть периоды, когда она работает плохо. И в эти периоды, например, с 00:00 до, ну, скажем, до 6 утра, продажи минимальны. Мы можем посмотреть на статистику, да, вот 17, 30, там, $50 максимально имеются продажи за 180 дней в этот вот период. В этом случае я поставил бы автопилот, и я обязательно это сделаю, я протестирую автопилоты в этом направлении, на уменьшение бидов по коэффициенту. Например, у меня там ставка $2 на все. В среднем по больнице. Я поставлю коэффициентом 0,3 и будет 70 центов. То есть в этот период времени с 0,00 до 6,00 я буду адекватно тратить деньги на рекламу. А можно, в принципе, их и не тратить вовсе, поставить автопилотом все на паузу. Но я рекомендую поставить просто низкий бит. Зачем это сделано? Статистика по многим аккаунтам и по многим товарам. Я не скажу, что по всем. Нужно к каждому подходить индивидуально. Статистика показывает, что ночью люди просто выкидывают. Они заходят, они смотрят, но не покупают. Да, кто-то скажет, что он зашел ночью, посмотрел, сплатил тебе рекламу, а потом купил. Но, честно говоря, в теории я считаю, что потом купит нас мало интересует, нам больше нравится, ну, нам должны тесты показать, что ничего не поменяется. Вот если неделю подержать рекламу на паузе с 0.00 до 6.00, или даже месяц подержать, ни от одного из ваших аккаунтов, я думаю, что не убудет. Потеря небольшого количества продаж того стоит, а на рекламе можно сэкономить большую сумму денег. Ну, я так экономлю балком, ну, оптом. Это когда беру last month, например, в начале апреля, нахожу все компании с окозом там выше 40, просто ставлю на паузу. Потом перебираю в течение месяца, но эффект заметен сразу. Как только ты ставишь группу своих компаний на паузу, там расход в день не $1000, а, ну, $700, например, $300 в день. Эти компании я перебираю и стараюсь вывести их на какой-то там нормальный окос. И так каждый месяц. Ну, не говоря уже про работу с Search-термой. Следующее, если забыть про уменьшение, ну, точнее перейти от уменьшения ставки в этот период, то я бы посмотрел, особенно на понедельник, что в этот период у нас просто горячие продажи. Я не знаю почему, но суббота, воскресенье и понедельник у нас два топовых дня по данному аккаунту по продажам. В этом случае я бы наоборот коэффициент сделал бы не 0,7, а там 1,6, 1,7. Ставка в $2 превратилась бы во сколько там это, 3,2 получается. Почему? Потому что у нас есть статистика,
большая, это полгода, что в этот период люди активно покупают. В этот момент вы можете сорвать куш, вы можете, ну, как бы стать перед покупателем, перед другими продавцами, которые рекламируются, и совершить больше продаж. Сегодня, опять-таки, смотрел большой аккаунт, и я проанализировал расположение товара, report by placement. И люди удивились, ну и меня, в общем-то, удивили, то, что товары с BitPlus'ом и товары, размещенные просто в топе по серчу из-за высоких ставок, приносили намного больше прибыли с намного меньшим окозом. Есть противоположное мнение, но я предпочитаю и всегда опираюсь исключительно на статистику. Так, чтобы вы понимали, для сравнения, там оборот в месяц был плюс-минус 20 тысяч долларов по товару. Вот 10 тысяч долларов с BitPlus'ом продавалось с окозом 40% при показах, ну, в топе. И еще 10 тысяч там оборота было при показе в каком-либо другом месте, но с окозом 80%. То есть 40%, если вы в топе, и 80%, если вы не в топе, где происходит скликивание. В этом случае я порекомендовал людям поставить ставку намного выше для того, чтобы показываться больше в топе и меньше где-либо в других местах. Не знаю, я думаю, что это сработает, но как один из вариантов пробуйте размещаться даже тогда, когда у вас окозы высокие, пробуйте размещаться в топе. Не забывайте анализировать report by placement. У меня много примеров, когда расположение вверху по рекламе дает хороший результат. Есть и плохие результаты, я этого не отрицаю. Касательно других дней, реклама может работать так, как работает. То есть без автопилота. Здесь она должна работать стабильно, ну, стандартно, по вашим ставкам, которые вы определили, которые дают нормальные окозы. И, ну, выключить их там, где оно не работает. Эта фишка скоро появится на аккаунте. Я думаю, что мы отдельно все-таки, может, или наберем аудиторию, или у нас уже 18 человек собралось, и расскажем, покажем на других аккаунтах. Я хочу, чтобы сделали этот репорт и показать на своем, поскольку продаж очень много. Очень интересно будет посмотреть на результат. В Москве покажешь. А, о, точно, кстати, я в Москве покажу. Подготовь к Москве, ё-моё, и как раз народ туда. Будет, ну, супер, будет ценность. Да, сегодня решили... как бы все это туда загонять, да и все ему, так что... Там записи не будет, всем напомню, будет много очень, я забыл, Дима один раз произнес, типа, мягкой информации, или, ну, в общем, альтернатива слову важной информации, которая не показывается в наших лайвах и не рассказывается, то есть там только для ушей, скажем так. Поэтому приезжайте, информация есть в группе у Дениса. Будет о чем поговорить. Какие вопросы есть, особенно по этой штуке, как ее читать? Это, кстати, всего лишь один из графиков. Будет еще разбивка. Ну, просто сложить, если вот так вот суточно, в течение часов, то можно будет еще и по дням смотреть, когда у вас топ продаж. И можно будет сложить еще и горизонтально, когда все дни будут сложены в одну по часовку. То есть, ну, поймете. Может быть, сложно это голосом объяснить и понять, но... Да, на конкретных примерах надо просто смотреть, какой отчет, где его генерить, как его сгенерить и как пользоваться. Я, например, вот когда отчет даже базовый беру, серстермовский, я сразу выкидываю первые три столбика, сразу выкидываю ROAS, выкидываю CTR и этот самый, что там еще есть. Потому что, ну, я им не пользуюсь. Я не понимаю, зачем мне кейворды смотреть. Все равно серстерм анализирую. То есть, ну, такие, да, вот вещи. Кейворд вообще, ну, бесполезная вещь. Ну да, я не понимаю, просто если от кейворда все равно идут другие ключи, по которым нас покупают. То есть много таких непонятных вещей, из-за этого просто посмотреть, например, на что еще обращать внимание. Ну вот, ты вот сейчас говоришь о том, что бывают вот эти ставки надо поднять. То есть, ну, это уже такая, говорю, уже глубокий анализ, чтобы все это проанализировать на длинной дистанции и все остальное. Причем глубокий анализ. Говори. Я говорю, круто будет, когда все вот примерно такой же стратегией будут пользоваться, глядя на вот эти графики, и будут понимать ставки, Безос и станет еще немного богаче. Ну, ты знаешь, это приведет к двум моментам. Первое, CPC повысится, конечно.
но будут дешевые клики в остальное время. Да, потому что у всех будет низкая ставка. Ну, то есть байбокс будет легче выиграть. Ну, тогда стратегия будет по-другому потом отыгрываться. Ну да, но не все будут знать. На встречах другое будет рассказывать. Так и есть, туда-сюда качели катаются. Кто первый просто, он и снимает все сливки. Ну тогда никто, ну мало будет знать, мало пользуются людей, неважно, тусом или скоупом. С кем общаться, вы что, как? Люди работают с большими данными и не пользуются приложением, не пользуются Excel, они просто... Так и есть, да. Меня удивляет эта ситуация. Поэтому наша цель – нести в массы информацию о том, что эти приложения дают преимущество. Они дают как минимум возможность экономить денежные средства и экономить время. Это самых две жирных цели. Это высокочастотные запросы по этому приложению. Ну а дальше уже идет более детальный, более глубокий анализ. Он занимает очень много времени, особенно когда много товаров. Но у каждого свой путь. Кто-то нанимает сотрудников и обучает их, кто-то самостоятельно это делает. Кто-то делится, там партнер занимается одним, один партнер, а второй занимается там другими задачами. А ты вот это утреннее время на автопилоте будешь вот как раз до лета тестировать, да? Да. Я думаю, что как раз до лета мы протестируем очень много чего, и можно будет рассказать детали. Я очень хочу. У меня много компаний, которые я бы отдал на автопилот. Просто нет времени их запустить, но я думаю, что я с Димой как-то порешаю этот вопрос. Чтобы красиво их наладить. Ну да, потому что тогда как раз разработчик-то рассказывал, прикольная, в принципе, фишка. И про время я вот у него тогда спрашивал про часовые пояса. Видишь, оказывается, тут даже не к часовым поясам, а с нуля до шести практически все в пролете. Да, так дело в том, что, ну, это общая статистика по штатам, да, понятно, в штатах есть часовые пояса, но так или иначе, вот сегодня применили, ну, как бы термин, это, забыл. В среднем по больнице, да, по всем штатам у тебя мало продаж. Неважно, это 0-0 по Калифорнии, то есть это по основному времени Amazon. Ведь Amazon же живет не разными часовыми поясами. Amazon живет своим временем. В 10 часов по Москве утра, как по Киеву, обнуляется Amazon. То есть, ну, переваливает с 23.59 на 00.00, на 00.01. Вот по, к этим данным и привязан этот график. Нельзя привязаться, конечно, еще это можно поиграться со статистикой по штатам, то есть отдельно выносить там, Калифорнию отдельно, а какой-нибудь западный штат... Запад-Восток, ты имеешь в виду? Ну, это, извините, мозг закипит настолько, да я не что... знаю, да, уже какие такие в дебри ты вдаешься, это просто космос. Ну, это космос. Ну, зачем? Проще запустить еще там пару товаров и заниматься продажами. Да, или программу сделать. Когда большая статистика копится, я не раз уже рассказывал об этом на митапах и лично, можно сделать один такой ход конем, это забанить все негативы, которые не принесли продаж за период. Неважно, релевантны они или нет, но поверьте мне, результат того стоит. В нашем случае это дало трехкратное уменьшение расходов на рекламу. На среднем было 14,8% на рекламу в прошлом году, и сейчас где-то 5,6% плюс-минус, до 6%. И то это сейчас много новых товаров, поэтому у меня большой расход на рекламу. Нормальный расход без новых товаров сейчас не превышает 4,5%. То есть какого количества при старте отзывов начинаешь рекламу? Это тоже количество, это при 17 и при 6. Еще раз? Количество товаров-то одно и то же ты берешь из расчета? Да, сейчас и одно и то же. Если сравнивать с предыдущим, ну, с до мегабана и бан, ну, когда не банил ничего, ну, я назвал этот термин мегабан, когда все пошло под косу, то количество товаров не поменялось. То есть было там их там 500, да, и так после 500 и осталось. Ну, может, там добавилось, не знаю, 20, скажем, после этого. Но это небольшое искажение, как он так. Расскажи мне про старт, как ты стартуешь, при каком количестве старт, я стартую очень агрессивно, я стартую и автоматом, и мануалом. Многие знают, что я не пользуюсь мерч-отворцами, сколько запросов и так далее. Я использую наполнение листинга для запуска мануальной кампании. То есть, если мы продаем какой-то товар, о котором у нас есть понимание, ну, скотч,
не знаю, чехол для ноутбука у меня там лежит, или фонарик, батарейку, подставку, что бы то ни было, товара, которые мы имеем представление, мы, как пользователи этого товара, можем описать. Ну, вот смотрю на мышку. Мышка для компьютера, мышка проводная, мышка белая, Bluetooth, кстати, если она проводная, слово Bluetooth сразу уходит в негатив, потому что во фрейзе, потому что если поставить просто keyword, этот PC-маус, да, или там ноутбук-маус, то будут показы среди Bluetooth-ных мышек. А люди ищут конкретные запросы, там, проводная, кстати, wireless в основном, а как проводная, не знаю, на английском. Если это, ну, чай, мне привычнее просто по моему чаю пробежаться, то это обязательно кейворды в виде ингредиентов чайных. В виде каких-то полезных свойств, там детокс, чаи. Ну, ты из Google AdWords берешь? Что? Из AdWords вытягиваешь все равно? Нет, мы просто делаем сначала листинг, то есть это описание, все bullet и description нашего листинга, и потом на базе нашего листинга, который, в общем-то, я лично не делаю, но на базе хорошо собранного листинга я уже запускаю рекламу. Я понял. Отзывы. С отзывами? С нуля отзывов. Ну, известная тема моя, я без отзывов начинаю... Ну, конверсия же намного хуже. 12 баксов. Ну, по 12 баксов, то early review program. Мало того, все равно, чтобы работала эта программа, нужно продавать. А early review program, ну, со старта не запустишь. С первой продажи, может быть, человек получит лист, это письмо счастья от Амазона, оставьте, пожалуйста, отзыв, а мы вам дадим плюшку в виде там $1 или двух, я не помню, сколько Амазона. Не, ну конверсия же, вопрос же конверсии на самом деле. Запустить PPC не проблема, если конверсия. Что с конверсией? У тебя одно дело 50-100 отзывов, да даже 20, 10 и 0. Я согласен, что отзывы дают... хороший результат, ну, то есть PPC работает лучше с отзывами, но мы никогда не поставим под удар наш аккаунт, он слишком большой. Мы не диверсифицировались в свое время, аккаунт вырос до уровня такого, что мы не можем использовать любой серый метод, ни выкупы, ни там, частным образом какие-то заказные отзывы, ни склейки, не дай бог, на том аккаунте, потому работаем как есть. Но если бы говорить о каких-то там аккаунтах, которые не жалко или на которых можно экспериментировать, то в любом случае я бы запустил рекламу. Ну, это мое личное видение. Я запущу рекламу так или иначе и параллельно буду делать выкуп с отзывами. Если бы развивал какой-то отдельный аккаунт. Хорошо. При этом количество отзывов, ну, может быть, 30-50. Такой вопрос у меня. А, вопрос, значит, если ты мануал запускаешь, все-таки какие цифры выставляешь? Рекомендованные или выше рекомендованных, или максимальные? Поскольку финансовая возможность позволяет, я начинаю идти с высоких ставок вниз. Есть ситуации, когда этого делать, ну, это не получается по финансовым соображениям, но я в любом случае, как и многие пользователи, продавцы Amazon, потратят деньги на рекламу. Я предпочитаю их потратить быстро и эффективно. Это получится чуть дороже по CPC. Вы потратите те же там $1000 для того, чтобы определить свой набор суштемов. Но начав с высокой ставки и понижая ее ниже, вы увидите огромное количество суштемов, которые вам будут релевантны или нерелевантны. Понятно, нерелевантные запросы вы отправляете в бан. Как ты его определяешь нерелевантный? Нерелевантность не подходит товару, то есть мы продаем рулетку, а в запросе была отвертка. А как же ты его туда засунул, если у тебя он на мануале, ты сам его ищешь? Потому что инструмент, например, ну то есть в листинге будет описание, рулетка – это замечательный инструмент. И вот автоматическая компания, в частности, автомат хорошо, я понял, про автомат понятно, мануаль такого не будет. Хорошо, а если ситуация такая, что товар… Запрос абсолютно релевантен, абсолютно. Но 29 импрессион за 4 дня, 0 продаж. Что делать? Это очень мало. Импрессион, это кликов. 29 кликов. Да, то есть там 10 тысяч импрессион там.
Я понял. Если это очень-очень релевантный запрос, ну, я не знаю, Garlic Press, да? Это же релевантный запрос, абсолютно. Чеснокодавки. Ну, там просто ты не в теме, там у всех по 1000 отзывов, а ты нет, никто и звать никак. Цена слишком высокая, фотографии плохие. Ну, вот много кликов, а продаж нет. То есть ты определил, что делать? В этом случае, ну, в зависимости от товара, ну, в Garlic Press этого делать нельзя, потому что Garlic Press, ну, как высокочастотник, он один. Количество высокочастотников или низкочастотников и среднечастотников у разных товаров разное. Мне не приходит в голову, ну, помогите мне, как можно еще обозвать чеснокодавку? Нет, я понял. Вот чеснокодавка тебе приносит охеренные убытки и нет вообще продаж. Начнем с вообще так, нет продаж. Так, но... PPC не поможет. То есть вот я будет 100 кликов, да? Ты говоришь про 29, а будет 100 кликов, будет 200 кликов. И продаж может не быть все равно. Либо ну, там да, одна, просто он не конкурентен на этом ключе и все. Да, то есть он выходит, да, и он да. ни о чем. У него может Хорошо, цена. Хорошо, берем другой какой-нибудь товар. Не знаю, у меня тут куча всего лежит на столе. А не знаю, вот для, этот самый держатель для... Сейчас помню, для iPad'а. Грубо говоря. Блин, купил, прикольная штука, можно пользоваться. Но у держателя для iPad может быть ну, 2-3 тысячи серж-термов. Их может быть огромное множество. И при этом iPad mount или iPad holder может быть, это высокочастотник, это релевантный запрос, но за счет количества кликов и отсутствия продаж я без проблем, без колебаний отправляю этот серж-терм в негатив. Ну, его нет. Я понял, ну вот смотри, хорошо. Сейчас я все понимаю. Но есть момент, вот есть непосредственно запрос прямого названия, пускай Garlic Press. У меня есть все мои товары. Очень часто бывает такая ситуация, что по главному названию твоего товара, фактическому названию, я бы так сказал, идут, ну или очень плохие, короче, плохой окос. То есть окос, что с ним делать? То есть опустить ты его уже не можешь, потому что опускаешь, продаж нет. А может быть даже при высокой ставке у тебя огромное количество показов. То есть ты сначала опускаешь до самого низа, когда прекращается вообще импрессион, правильно я понимаю? А потом в негатив выкидываешь. То есть ты душишь, душишь, душишь. Это ты набрал статистику, которая тебя не устраивает, и сразу в негатив. Можно опустить, посмотреть, будет ли какой-то результат от опускания беда. И просто если ты опустишь бит, то не надо его негативить. Он все равно не работает. Этот все, что, ну, этот кейворд, по сути. Ну, если это мы говорим про экзакт сейчас. Ну, понятно. Обязательно, если это высокочастотник, там, не знаю, подогрев сидушки для автомобиля, например. Не помню, как на английском она называется. Я бы поставил высокую ставку, очень высокую. Я бы собрал еще там 50-100 кликов и посмотрел бы, будут ли продажи, если поставить крайне высокую ставку. То есть, ну, это последний шанс, слову. Да, вы потратите на этот search term один или на keyword, ну, сумму, ну, скажем, $100, $200. Но вы зато убедитесь в том, что его можно негативить. Пускай он прямой, релевантный вашему товару. Хорошо. Но вы не купите там, Понятно. В этом случае. Следующий вопрос. То же самое, только не exact этот ключ, а именно broad, phrase. Как с ним? Потому что вот что с ним делать? Ты его в exact поставишь, а... Тогда однозначно, как бы, если у тебя он находится в нескольких, дает большую статистику, например, в броде, во фрейзе и в экзакте, то есть есть все три типа соответствия, где он появляется, этот search term, ну, итог, где ребенок, как я его называю, то есть keyword это родители, а search term это дети, то в этом случае для, опять-таки, если это одна мануальная, одна компания, в которой находится внутри три группы, то на двух уровнях head group во фрейзе и в броде я бы этот search term отправил в негатив, чтобы он больше там не срабатывал, не работал, а в экзакте оставил бы ему возможность еще поработать в двух моментах. Либо очень высоко, то, что мы только что обсуждали, либо очень низко. Потому что если поднять CPC, этот бит, или наоборот опустить в броде или во фрейзе, вы рискуете, ну, родительский брод, keyword, то вы рискуете высокой ставкой собрать ну, еще кучу мусора всякого за собой. Так или иначе, ваш главный серж-терм будет срабатывать чаще, но это не чистый эксперимент получается. Чистый эксперимент – это когда вы работаете с экзактом.
Но мы, если начинаем с максимальной ставки, у нас только остается второй вариант, это вниз идти до самого низа и все. Ну да, до какого-то момента. В общем-то, так автопилот и заточен, ты выставляешь, откуда идти вниз. Но мы это автопилоты, пока что это не автопилот, а вручную все, что мы делаем с вами. Григорий пишет нам не по теме, можно вопрос? Смотря Можно. какой вопрос. А, ну блин, ну, лучше бы сразу задавали вопросы. Да их нету. Так что можно, в принципе, что еще осталось рассказывать, да пошли спать. Ну, нечего такого Да, интересного. все Это интересное будет, готовиться будем в Москве, так что всех ждем 2 июня. Как по вопросам, по всем, можете мне написать. В пост я сегодня закрепил в группе, так что не промахнетесь. PC Tools уже сделал то, что он обещал, новшество про то, что будет, например, если твой уже ключ на первом месте, то отключается реклама. Нет, еще нету. Мы вот совсем недавно, буквально 3 дня назад, это обсуждали, это еще в процессе. Вот как только сделать, сразу PC Tools. А есть проблема. Сейчас она решается с точки зрения трекинга. Потому что мы с вами там из России, из Украины, из Казахстана, откуда угодно, мы смотрим по ключу одна выдача, посмотри, из Калифорнии это другая выдача, а из штата там Вашингтон будет третья выдача. И какую выдачу брать за базовую? Вот, например, в Вашингтоне вы будете на 8-й позиции, да, а в Калифорнии на 1-й позиции. У вас стоит автопилот, который поднимает ставку или там отключает данный кейворд, если вы упали ниже 6-й позиции, да, а вы на 8-й. Там, а на 1-й там. Где вас отключить или включить? Очень сложно ответить на этот вопрос на данный момент. Пока я не вижу. Пусть там отключают, или это тяжело, да? Но это вот та уже заморочка, которую мы сегодня обсуждали, это разбивка еще и по часовым поясам. Но оно того не стоит. Я не вижу смысла тратить настолько много времени в анализе, чтобы отключать еще эти Да кейворда, хоть по которые одному забрались. времени где-нибудь встал на первом месте, уже нормально. Я имею в виду в Америке. Зачем Да, размаривать наши... по одному времени, по общему какому-то, по центральному, я бы так Да, назвал. я не знаю, даже не принципиально. Вот он там тестит 5-6 там поясов. И все, один бам, сигнал пошел, все отрубилось здесь, все. Ушел, бах, работает. То есть все именно, итого. Хотя бы Это было. один из основных американских, которые вы там Ну, я вот не знаю, кто-то парсите. слушал там вебинары от MZ1 и других трекеров, как они трекают. Они берут сводную статистику по нескольким поясам и нескольким айпишникам Да публичным, ничего не там и не они делал, трекают. хватит, что там программы на коленке написаны, ё-моё, хватит, что ли вы, никто там ничего не делает, там Ну, тяп-ляп. все это можно было бы сделать, да, и даже дорого продавать, но пока просто не нашлось смельчака, который бы это сделал. Ну и это должно стоить дорого, потому что сделать это не быстро и по трудозатратам, и Так, по значит, деньгам. вопрос пошли. Не верю, Вот. я по склейке. Так, нечаянно удалил свой товар. Что делать? Ну, мы как бы тут про склейку вроде разговор не вели. Я не знаю, я ее не делаю, Кто-то склейку. попросил же, вопрос не по теме. Да, не, ну я по этой склейке вроде не занимаемся технически. А как удалить? Ну, кто склейку делал, спросите у них. Потому что, я понимаю, наверное, почему удалили, потому что в инвентаре там миллион этих аккаунтов, и хрен поймешь, какой из них какой. Вот, так что, ну как бы склейку-то делаю с чужих аккаунтов вроде, я из-за этого не пойму вопрос. То есть Ну, я я вообще не удалил слез по склейке никакой. страницу склейки, то есть у вас должен быть третий аккаунт, второй аккаунт, который склеивает третий аккаунт с вашими, то есть я чуть-чуть не понимаю. Сейчас вообще со склейкой беда, мне вот сегодня сказали, что склеивали кучу аккаунтов, а вообще ничего не склеивают. Но я забыл Ну, спросить. мы даже бан поймали. Ну, короче, любые манипуляции с отзывами наказуемы. Любые абсолютно. Verify, Наказуемо не просто. verify, склейка, технический Да. осин, так называемый, хотя это на самом деле все то же самое. А если вы привлекаете к себе особое внимание, вы очень резво стартуете, чего не надо делать точно. Вот. И все вот так вот у нас буст, вот мы заточились на бусте. Я могу сказать, что вот у меня есть товар, бестселлером стал через 3 недели
спокойно он там болтался, болтался и запустился. И уже не первый раз. Так что все это относительно. Можно, я много видел людей, которые через полгода становились бестселлерами. Да, они сделали какие-то вещи, да, они что-то сделали, но они получили результат, кипу смотрите. Вот, классический вопрос. Ребята, как ВЧ поднять в топ с четвертой страницы «Окос бешеный»? Ну, я бы ответил здесь очень долго ждать. Ну, поднять его можно только простимулировав продажами. То есть, как у нас закрепляется органика? Она по экзакту фигачьте, ё-моё, и все. Выкупами. То есть, вам либо бешеный окос, это какой бы он ни был, там 300% окос пускай будет, это не значит, что он не помогает вам с выкупами. Но проблема в том может заключаться, что вы выйдете на первую страницу, вот вы сейчас снимете там $5000 в рекламу, я сегодня сказал, потратьте $1000, мне сказали, типа, это немного, мы тратили намного больше и не выходили на первую страницу по одному высокочастотнику. Так и есть. И если потратить, там, предположим, $5000 вы потратите на PPC за какой-то период времени, сделаете выкупы, выйдете вы на первую страницу. Ниша очень конкурентная, товар однотипный, результат использования товара одинаковый, вы можете не задержаться. Потому что у вас нету там своей аудитории, нету имени, ну, нету веса бренда, нету трафика какого-то такого, как есть у ваших соседей там чуть ниже по выдаче. Да миллион вот проблем. Надо самое важное понимать. Трафик, о чем сейчас Сергей говорит, и конверсия. Конверсия зависит от вашего оффера. Оффер ваш состоит из нескольких частей. Первая часть, вот сейчас на данный момент, с чем я столкнулся, это количество и качество отзывов. Вторая – это фотография. Третья – это соотношение, третья – это цена. Вот в такой последовательности все это влияет глобально. Потом уже листинг, там, зашли на листинг, там, приняли решение. Все. Если у вас товар, Сергей сейчас может что угодно говорить, но на самом деле товар не конкурентен, то есть хуже у вас оффер, чем у конкурента, никакой трафик не поможет. И то, что мы по экзакту будем фигачить по $5000, я выкупал 150 штук по ключам и не выводил их. Точно по ключам, по ссылкам, по всем по заданиям. И мы в октябре-ноябре того года не смогли вывести. У нас было 3-5-8-13, 3-5-8-13 по одному ключу подряд. И это даже не PPC, это вообще просто покупки. Даже комплекс выкупов. Конечно, PPC, и заточенный и аккаунт, и заточенный листинг на это. Все равно не это не. А бывает товар, человек еще продавать не начал, листинг его органика так зацепила, ему. Вообще незаслуженно, я считаю. Просто на халяву повезло. Потому что это рандом. Амазон это рандом. Правил нет, а все остальное рандом. Просто вы рандом можете направить в нужное русло, направление. То есть, как это вот, машина там без тормозов едет, ее же можно как-то в любом случае тормознуть там, что-то сделать с ней. Так же и здесь. Вот мы вот эту бешеную машину пытаемся, там, я не знаю, бешеную лошадь, пытаемся как-то обуздать ее. Вот и все. И некоторые просто не умеют на лошадях вообще ездить. Некоторые плохо ездят, а некоторые асы, ё-моё. Вот. И вот у кого-то лучше получается, у кого-то хуже. И асу бывает, ё-моё, не везет. Как они там на этих родео, да, ё-моё, скачут там, на этих быках, на лошадях, ё-моё. Вот. Вот и все. Вот этот Амазон, вот именно такая необузданная лошадь, которая постоянно меняет правила, она там, у них там 7 пятниц на неделе, и чем дальше, тем больше дров. Вот и все. Есть просто микромоменты, как вот есть момент. Вот у Сергея сейчас банк, кстати, тебе расскажу. Разговаривал я уже несколько раз с юристами. Очень важно, всем советую. Задуматься над этим вопросом. Когда прилетел суспенд, когда прилетел банк, как угодно можно назвать, ситуации разные. Имейте в виду, что первое, ваша апелляция, ну я не знаю там, как они называют ее, золотой апелляцией, она там 70-80% успеха. Если первый раз неправильно что-то сделали, накосячили. Вторая, осталось там чуть-чуть, там они пишут, там, предоставьте там данных, недостаточно данных, решение проблемы, как вы проблему будете решать. Вторая добивает. Третья – это все, кирдык. Вот у меня после третьей кирдык, то есть мы вам больше отвечать не будем. Безос там, команде Безос, то же самое. Вот и здесь то же самое. То есть имейте все в виду, что не прокатит такая фигня, что вы возьмете какой-то
левую заготовку человека, который вообще никакого юридического, вообще никакого отношения не имеющий. Просто есть специальные форумы, где там ребята делятся там, ну, вообще там в группах, обмениваются этими письмами, кто английский знает там и так далее. Такие на коленке написаны. Потому что вот я 2,5 штуки заплатил за этот апелляцию. Что, я ее буду везде раскидывать, отдавать, что ли? Нет. $80? 2,5 штуки вот сейчас мы Синте отдали, да. Что, я ее буду сейчас вот в группе... Нет. Это будут вот такие вот от балды написанные вещи элементарные. При условии, что мы писали апелляцию, и там половина-то этого. Просто она более правильная, она подходом. И, соответственно, мы дали... апелляцию неправильно первую, не дали вторую, не дали третью нормальную, все, они сказали, мы вам отвечать больше не будем, нам не интересно. Потом мы во второй апелляции кинули им еще инвойс вот этот напечатанный, просто прокатывает, у 100 человек может прокатило, может у 10 прокатило, но это прокатывало год назад, полтора года назад индусы работали, да нет, какой, 20 апреля только их закрыли, то есть вот, год, скоро будет год, можно это. Свечку поставить индусов. А сколько их было? Тут ее вообще никто ничего не хотел. Также вот с этими апелляциями. Это апелляция, надо работать только с юристами. Потому что, вот как я вперся на такие бабки, е-мое, что мама не горю, е-мое, не имеет значения. Просто один прокатил раз, два прокатил, а на третий может не прокатить. Какой там индус попался, я не знаю. Вот, до этого все прокатывал, да, до этого там сделали, мы инвойс нарисовали, через 2 дня нам все разбанили. Вот, один раз разбанили, ну, у меня, правда, всего один раз был лично. Один раз разбанили, да. А до этого вот куча знакомых, да, это делали. Никому не советую этим заниматься. Сейчас вот как раз с юристами переговоры веду, чтобы найти нормальных партнеров, не 7 пядей во лбу, не супер каких-то звезд, а обычных, нормальных, лицензированных юристов, которые работают на Амазоне. Ой, ну вообще в Америке. Ну и не наши. Ну, неважно, да, это сам. Нет, ну наши это вообще какое отношение имеет к американским. То есть люди, которые имеют лицензии, которые именно этим занимаются. То есть, ну вот. Что-то у нас прерван прямой эфир. Ладно. Да, все слышно. Ну, это да, в Zoom, да. Кто хотел, в Zoom зашел. Вот. Ну и все. То есть, из-за этого говорю. И вот эти все вещи, которые мы с серыми, я помню. Про меня говорили еще год назад. Да Денис там ничего не знает, он только там это чернуху вот это гонит. Да е-мое, кто вот это говорит, они как раз вот чернухой занимаются. Я вот за все время еще тьфу-тьфу никого не банил. Ну просто меня уже вот сейчас это, уже сил нет. То есть просто работать не дают. То есть вылазишь в бестселлеры просто за счет качественной работы. Вот с Сергеем я говорю, то есть я вот, Сергей уже говорит мои эти крылатые слова, потому что и Саша Ковалев, мы также, поэтому, по-моему, мне, я помню, год назад мы с ним говорили, он говорит, ну ты же не любишь PPC. Вот, я просто откровенный человек, я говорю, что думаю, мне вообще без разницы, я политикой не занимаюсь. Если я пользуюсь PPC, я не боюсь признать свои ошибки или еще что-то. То есть на каком-то этапе, на какой-то стадии, мне это не надо было. На какой-то стадии понадобилось, я почувствовал слабость, я почувствовал нехватка трафика. Вот, я борюсь именно за две вещи, это трафик и конверсия, и все. Меня больше ничего не беспокоит. И своим ученикам, и своим друзьям, всем именно об этом и говорю. Больше, то есть надо упрощать. Вот, и даже PPC, вот, Сергей, я уверен, вот эти все загоны, перезагоны и вот эти программы, мы стремимся к упрощению. То есть мы сначала набираем знания, набираем опыта, правильно? За это очень много денег тратим и время. А потом стараемся все упростить. Убрать вот эти 80% ненужные суеты, которые тратят наше время, и оставить 20 вот этих жирных доходных вещей, на которых можно именно получать результат. Результат может быть, естественно, разный, потому что задачи PPC на самом деле абсолютно разные. На старте вы же не думаете о продажах, о доходе, вы думаете о том, чтобы вас бустануть, чтобы зацепить органику. Из-за этого я спрашиваю, вот как сделать так, вот, чтобы... дернуть, потому что у меня много товаров, ну просто прикрепляешь там, делаешь склейку там за несколько недель, в любом случае там от 10-20 продаж в день до 100 продаж мы доходили. Просто ничего не делая вообще, е-мое. Нулевой листинг, только да, склейки там. Прилепили там, я не знаю, там 1,5 штуки этих склеек и все. Но склейки отваливаются. Это не работа, это не на долгосрок, это
не то совсем. Ну вот, и возвращаешься назад, начинаешь работать. А в прошлом году мы на 37-й раз сдачи. Там, ну сколько у нас там не верифай был? Да фигня. На 37-й раз сдачи у нас уже под 100 продаж было. Из-за этого вот этих моментов много, ё-моё. То есть надо вот это все понимать и перерабатывать. Вот. И сейчас то, что было год назад, не прокатывает. Надо что-то новое придумывать. PPC – это вот один из… Останется нам только внешний трафик, но внешний трафик – это… Сейчас мы вот эти все действия делаем. Серые, белые, там, любые вот эти способы. Я лично стремлюсь к абсолютному белому способу. Все остальное. Единственное, я не считаю, что выкупы через вот этих ревьюеров, они какие-то такие. Они самые-самые-самые беленькие, так скажем. Да, они светло-светло-светло-светло-серые. Вот, все остальное есть нюансы. Нюанс, например, там, технический осин, сейчас мода пошла. Офигенная тема. Все скрепляют, делают на вариацию, закидывают это по FBM, закидывают, соответственно, товар. За 2 там, доллара ему пишут отзывы, нафигачил этих отзывов. Через месяц прекратился FBM. Пришли отзывы там, со 100 выкупов, 70 Amazon пропустил. Amazon же тоже не идиот, ё-моё. И если на вас кто-то пожалуется, если это будет систематическая проблема, даже бота запустят, у кого такая история. И все, это абсолютно повторяющиеся вещи, потому что чем больше палева, а вот это вот FBM выкупы, это чистое палево, ё-моё, потому что вы торгуете здесь, значит, поторговали, скрепились, и так у вас каждый аккаунт, каждый листинг. Ну, это же, ё-моё, ну, и таких сейчас умельцев через одного. Можно, конечно, то же самое через FBA, ну, по крайней мере, через FBA хоть продаж нормально, а то через FBM даже трек номера не отслеживается. Сейчас стебанетом, ё-моё, они скажут, трек номеров нет, значит, все фиктивно, и все, и привет. И опять манипуляцию. Просто я говорю, пока не столкнулся, все герои. Все накручивают, да, вертят, крутят. Зависшая на Амазоне, помогите, у меня там, блин, 10. Да, я и говорю, ё-моё, то есть, вот я уже вперся, я уже 2 месяца мучаюсь, ё-моё. Вот, я просто понимаю, насколько я, видимо, зря рисковал. Ну, блин, делаю ошибки, сейчас там другие вещи делаем, там, высматриваем, вы там, выворачиваемся. Мы очень дорого платим просто. Да, да, очень. Мы платим дорого за свои ошибки. И потом, когда люди приходят, мы им даем вот этот опыт. Даем опыт своим ученикам об этом и говорим, что куда, как себя направить, и что вот это не надо уже делать, вот это тоже не надо, и вот это не надо делать. Вот. И вот в этом отношении очень надо аккуратно и внимательно по этому делу работать, потому что вся наша работа заключается в том, чтобы, ну то есть, когда мы все уже научились и продавать все сами, только стабильность нужна, чтобы просто шла работа, то есть ты вышел на один уровень, а у нас вот пока русскоязычное, к сожалению, население, может такой менталитет, что ли, я не знаю. Это вот из той серии, человек недавно пришел на Amazon, ни хрена ничего не знал, ему все объяснили. Он там что-то получилось, у него уже это самое, глаза горят, всех забаню, всех победю, вот всем сейчас проплачу всю нишу, всех вообще под это самое, под одну гребенку. Ну просто не забывайте, что у многих такие возможности есть. И идиотов-то нет, ё-моё, если всех забанили, а вы один такой красивый остались, и вы бестселлером стали. И потом рассказывайте всем, это моя ниша, я тут. Уже несколько человек так. И в любом случае этот человек пострадает серьезно. Потому что, ну, вот все так. Все... Сначала у него загорятся глаза, ой, я теперь продаю 10 тысяч юнитов в месяц, он купит 20 тысяч юнитов, и в этот момент его забанят. Ну, вот просто говорю, да, но люди же не идиоты, ё-моё, когда, и потом еще, самое что смешное, в глаза начинает этот самый врач, что вот меня как, всех уж забанили, ё-моё, а его все никак, ё-моё. И вот он такой красивый. И главное, таких полно, к нам приходят услуги. Вчера только узнали об этой услуге, а через месяц уже чернухой занимается человек. Всем там клеит, переклеивает, там всякую грязь, там отзывы. Я вообще не знаю вот этих людей, которые постоянно занимаются верифай выкупами и негатив пишут. Я вообще просто в шоке над ними. Это же каким же, какой паскудой надо быть, чтобы постоянно сидеть и делать выкупы. Я вот просто вообще не понимаю этого. То есть сидеть, вот это выкупать, писать негативные отзывы. Ну, я понимаю, когда там человек, у него там задача забанить, ну, я могу понять. Но когда просто вот постоянно лить вот этот негатив, это же вообще просто караул какой-то. Людей просто жалко, убогие люди.
Ладно, побежали спать. Все, всем было, думаю, полезно. Всех ждем в Москве 2 июня. Вот. Будет интересно по PPC, будет раскладка, будет гораздо интересней и более глубоко. Я извиняюсь, а можно последний маленький вопрос? Для вас это будет легкий вопрос. Вот эти по ключам, например, там длинные ключи, ну, без разницы, обычные ключи, куда их засовывать в листинг? Если, например, сторон уже заполненный, subject matter? Ну да, я вот сейчас сижу как раз, я проработал, у нас там был повод. Я очень долго листинги вообще не трогал. Ну, как-то подумал, можно, во-первых, выдернуть из продаж, из PPC. Опять же, вот я говорю, почему я PPC пошел? Не только за бустом. Это за статистикой в первую очередь. Потому что у меня пошли перезапуски частые. Я подумал, блин, а где эти ключи возьму? Я же на глаз опять делаю. Вот, я, соответственно, оттуда вот выдернул мне Денис помог серебро через Helium-10 выдернуть. Вот, все это собрал, засунул, соответственно, в SearchTerm. Прогнал несколько дней, ничего не трогал, а посмотрел. Сейчас, соответственно, ну, прям все ключи, какие там... дал вот это серебро и все остальное. Естественно, какие-то нерелевантные на первый взгляд я выкинул. Вот, все, что не проиндексировалось у меня, я только SearchTerm менял, не тайтл, ничего. Все, что не проиндексировалось, я, соответственно, выдергиваю в блокнот, оставляю SearchTerm все то, что индексируется, и начинаю работать с Subject Matter. Subject Matter там туда влазит в основном 4 больших слова или там 5-6. И вот у нас, соответственно, 5, то есть там 25 слов. Я начинаю, у меня там, например, там 60 не вошло, там 50, 30, бывает прям все вошло, одно слово. И начинаю уже такие, смотрю, некоторые асин прибавляет это слово, проверяю, что вылазит. Я, или главный ключ, точнее, название товара плюс вот этот, ну, то есть хвосты делаю. Я попробую, мне что-то так не очень понравилось. Я просто беру в переводе, перевожу, что это за слово, как раз Сергей подтвердил мои вот эти вот домыслы, также он, я так понимаю, прорабатывает именно вот просто в голове, как можно использовать это слово. Вот, и второй момент я, соответственно, делаю, завожу его в Amazon, вообще смотрю, что по нему вылазит по этому слову. Ну и все, и в Subject Matter, в принципе, через там достаточно короткое время все индексируется, и вот так обновил. А Subject Matter, он резиновый? То есть ADD можно много там добавлять? Нет, там 5 строчек, по-моему. Точно так 5 же, строчек, что... там 5 строчек, примерно по 4-5 слова. А еще куда можно всунуть? Ну, на самом деле, я тебе могу сказать, что у всех по-разному. Вот все вот эти вот, вот в этой вот части, где киворды, и в части еще дополнительные эти, как они называются? Ну, короче, последний столбик. Там тоже вот. Есть... 50 символов, 5 строк. Ну вот, да. Ну, то я говорю там. Примерно 5 слов влазит. Вот. Но есть еще, на самом деле, в некоторых нишах и другие пункты, вот в этом подразделении. И есть эти, как его называть, еще в последнем, как он там у нас, пункт называется, в этом самом. Дополнительные детали, короче. Вот, и там тоже есть некоторые строчки. Так что, на самом деле, если такой загон, я просто не предпочитаю. И вообще, у меня раньше был супер-минимализм. Вот, супер-минимализм. Сейчас я чуть просто добавил, мне просто интересно, как это сработает. Потому что я понимаю, Amazon постоянно меняется. Но я больше склоняюсь именно к минимализму все равно. То есть, я все равно постепенно это все убираю. Почему, объясню. Потому что... 10 там, 10 степени, и так достаточно много вариаций. Если я по главным там 10 ключам буду на первой странице, мне это устраивает. Есть просто товары, где по основным ключам не пролезешь, там, соответственно, да, надо все-таки больше такие низкочастотники все-таки работать по ним, наверное. Вот. Так что там просто надо пробовать вот ADD-атрибут, например. То есть надо пробовать вставлять, но мне кажется, это излишне. То есть там SearchTerm и Subject Matter достаточно. Я просто сам себя ограничиваю, не страдая с этими ключами. Не, ну можно. Там Елена очень много чего делает, я с ней общаюсь регулярно. Она пишет, у меня индексируется intended use и так далее, и выпали из индексации. Ну, бывает, что-то появляется, что-то выпадает. Но если заполнить, я считаю, что лишним не будет. Ну, вот я говорю, у всех совершенно разная политика, то есть вот это вот количество.
из известной поговорки. Но не знаю, я еще говорю. По-разному пробовал и тестировал, запускал одновременно одинаковые товары, чуть ли не с одинаковыми листингами. Ну, практически. И индексировал все совершенно по-разному. Вообще. Да, некоторые слова индексировались фразы, а некоторые глобально не индексировались вообще. Ну, я имею в виду через AmZone. То есть просто закидываешь одинаковые товары, естественно, ты бустишь разные ключи, и они индексируют совершенно по-разному. То есть это жесткий рандом, жесткий рандом. А по поводу того, вот у нас тут это самое, Олег, как его, по поводу того, что мы там жесткие ребята, не жесткие, какие мы? Мы обычные как раз. Это вот этими вещами, меня, честно могу сказать, уже достала вот эта вся херотень, связанная с вот этими техническими действиями на Амазоне, меня просто это убивает. Я вот, у меня никакого желания нет вот разбираться, таким ощущением вот действительно придется начинать просто вникать, ну и точнее мне приходится вникать вообще, что от чего зависит, почему вот так, а не иначе, вот, потому что, ну это ужас. Я бы был бы рад, чтобы вообще все эти моменты закрылись, ну, по крайней мере, в том виде, который есть, вот эти вот все, потому что интересно конкурировать. А не вот этим заниматься всякими техническими действиями, кто кого забанит, перебанит. Это нездоровая фигня. Все, всем пока, я побежал. Все, давай, до связи. Всем пока.